Башня – это корейский фильм, который основан на веб-комиксе о том, как несколько людей оказались запертыми внутри многоэтажного здания, называемого «башня». Сюжет фильма развивается в мире, где люди живут в высотных зданиях, называемых «башнями». Однажды происходит катастрофа, и одна из башен загорается, оставляя многих людей внутри в бедственном положении. Главный герой Хан Санг, Су Джонг Ли, бывший огнеборец, решает вернуться в башню, чтобы спасти свою дочь Ханна, Юми Джун, которая оказалась внутри. Когда Санг прибывает в башню, он обнаруживает, что каждый этаж занимается разными группами людей, которые вынуждены бороться за выживание в условиях ограниченных ресурсов и постоянных угроз со стороны других групп. В то же время, Сангу и Ханна приходится столкнуться с ужасным тайным оружием, которое находится на вершине башни и может уничтожить всю жизнь вокруг. Фильм «Башня», «Полон Икшена и напряжение» и показывает, как разные люди реагируют в условиях экстремальной ситуации. Он также поднимает тему социальных неравенств и коррупции, которые приводят к многим проблемам внутри башни. В целом, «Башня» — это увлекательный и динамичный фильм, который не даст вам заскучать. Он содержит множество неожиданных поворотов сюжета, впечатляющих визуальных эффектов и интересных персонажей, что позволяет зрителю погрузиться в мир этого фильма и провести за ним время с удовольствием.